застолья генерал встает и говорит: «Ну, за здоровье!» Выпили, снова наливают. Генерал снова встает: «Ну, за здоровье!» Выпили, снова наливают. Тут один: «Товарищ генерал, а может быть, все-таки за удачу?» Генерал встает и говорит: «Ну, так значит, будет за удачу. Но хочу сказать, еду я, значит, в купе, а тут ко мне попутчица такая прям молоденькая, симпатичная. Вот это удача! Ух, а здоровья-то у меня моего не хватило. Так выпьем за здоровье». Всем приветики! Спасибо огромное за поддержку и комментарии. Мне очень приятно. Всех с наступающим Новым годом! Счастья, здоровья, всего вам самого хорошего! Побежала делать салатики. Холодечко нужно успеть сделать. Все, всем пока-пока!